Женя тут играет в игру, самолет. Так реалистично прям все сделано. Женина любимая игра. Летчик, наверное, будет. Да, Жень? Он еще не решил сам. Ему нравятся и поезда, и самолеты. Это вот у него с детства идет. А уроки, Жень, когда будешь делать? Ну, давай, доигрывай. У Жени уже было за это время, что только начали учиться, три ВПЕРа. Слава богу, у Жени за них пятерки. Хорошо, что год удачно начался, на хорошие оценки. Сегодня говорит тоже, что он эти дни ходил постоянно гулять. Сегодня говорит, не пойду, потому что на завтра очень много задали уроков. Мы сейчас с Димой поедем на улицу на велосипедах. Вот у меня Дим тоже недавно только проснулся. Сидит, ест руками все. Съездим. В общем, хочу съездить в Фикс Прайс. Сейчас возьмем велосипеды. Я там не могу застать. У меня одни корзиночки нравятся, но у нас в магазине что-то нету в продаже. Сейчас на паузу нажму. Нету в продаже, вроде на сайте есть, а там нет. И контейнер, я тоже хотела под игрушки посмотреть, то у нас игрушки уже не вмещаются. Вот сейчас с Димой доедем, посмотрю, если куплю, я вам потом покажу. И пойдем с ним гулять после магазина. Еще макарошки, а все, ты все съел уже. Сейчас чай тебе сделаю, будешь пить с печеньками. В общем, тут тоже выложила редиску, надо будет помыть, и картошку. Хочу на ужин приготовить жареную картошку. Что там больше нету? Давай я тебе сейчас. Вот туда пюрешку, видать, не наелся. Будешь? Давно что-то не покупала ему таких. Вот тут на днях взяла. Сейчас, Дим, я открою. Сейчас, подожди. В общем, буду сделать так же на ужин. У нас получается вот этот рыбный салат здесь, который я приготовила. И также хочу сделать овощную. У нас просто на ура уходит всегда овощную. Тем более жареная картошка. Я сейчас начищу, залью водой. А потом уже домой будем возвращаться. Я Жене скажу, чтобы он воду слил, чтобы она немножко обсохла, картошку, и приду уже на жарю, просто чтобы она не начищенная была. И сделаю овощной салат сейчас сразу. Пришли мы с Димой. Ты сам туда хочешь сесть, не садись. Плохо то, что ты не в железных колясках, не чтобы где можно было посадить. Ну пусть хотя бы так сидит. Я вот думаю взять вот такую тарелочку, салатник. Даже нельзя, потому что он сейчас на велосипеде, не очень удобно будет везти это все. Емкость для воды, такая появилась новая, 99 рублей. Давай. Мы уже едем с Фикс Прайса. В общем, так ходила по магазину, немножко подкупила то, что хотела. Вон там Димка у меня сидит. В общем, едем. Вон. Набрали целый пакет. Уже вам дома приеду, покажу то, что там купили. Сейчас еще во дворе немножко с Димой погуляем, и уже пойдем домой. На улице у нас уже темно. Только зашли домой. Сейчас вам все покажу, то, что купили в Фикс Прайсе. Дима уже сидит, тут играет свою новую машинку. Дим, покажешь свою машину? В общем, купили ему машину Трансформер. Дай маму посмотреть. Смотрите, какая крутая машина. Теперь робот. В общем, вот такая. И сейчас вам покажу, что еще купили. В общем, сейчас по-быстрому прям. Взяла, смотрите, вот такой контейнер. Это в нашем магазине новинка. Там были разные расцветки. Я, честно сказать, даже особо не видела, что там за расцветки, потому что Дима постоянно пытался от меня убежать. Я только успевала за ним бегать. А причем даже по магазину не походила, все за Димой носилась. В общем, здесь вот такие вот замочки идут. Защелки. Мне очень понравилось. Там вот точно была сиреневая ручка и защелка. Еще какая-то, по-моему, была. В общем, такая 3 литра. Потом дальше взяла вот такой вот контейнер. Он мне нужен был. У меня уже такие есть. Смотрите, у нас какая классная новиночка. Тоже в Фикс Прайсе появилась. Это мерный стакан.
такая вот тут шкала есть. И самое главное, это вот эти мерные ложки. Я давно на них охотилась. В принципе, можно было также заказать на Алиэкспресс, да, там полно вот этой всякой ерунды. У нас как-то они появились в Пятерочке в прошлом году, разноцветные. Они там на кольце висели, что очень удобно. Я пока думала, то, что мне надо купить, уже там все разобрали. В общем, я сейчас увидела, думаю, надо взять. Тем более у меня сейчас начнется много выпечки зимой. Я часто пеку. Зимой вообще люблю домашнюю горячую выпечку делать. Так, вот такой стаканчик. Потом Диме взяла вот такую книжку. Машины, тут самолеты, в общем. 37 окошек. Эти окошки, они все открываются. Видите, тут автобус. Вот так, то есть открываются окошки. Вот, смотрите. Поезд, вот там показаны спальные места, в общем, очень интересно. Скажем, самолеты. Так, вот тут, наверное, тоже что-то открывается. Да, смотри, классно. Я думаю, Дима оценит. 199 рублей книжка стоила. Потом взяла вот такое моющее средство, у меня закончилось. Подальше от Димы. Меламиновые губки, это вообще супер вещь. Есть никакие средства не нужны, чтобы там помыть холодильник, плиту, там, я не знаю, подоконники, вообще супер вещь. Взяла, надо было вообще две взять. Но я говорю, с Димой я вообще забыла, зачем шла туда. И самое главное, сейчас я вам покажу, Дима, то, что я там взяла, это вот эти штуки. Трактор, да. Для специй. Смотрите, какие они классные. Ну, это, конечно, не новинка, но у меня их нет. В общем, насыплю сюда любимый специй. Там были еще какие-то другие цвета, я взяла 4. Я сюда хочу присыпать свои любимые специи. Обычно, какими я пользуюсь чаще всего. Приправа для курицы, сушеный чеснок у меня идет. Какая у меня еще? Паприка сладкая. В общем, взяла 4 штучки. А то иногда, знаете, вроде видишь все в пакетиках, специи, думаешь, ага, у меня это есть. А начинаешь как что-то готовить, смотришь, а там на одни крошки остались в приправе. А тут все прозрачно, будет наглядным видно, сколько чего осталось, сколько надо купить. И вафли. Так, вафли я уже отнесла на кухню, они открыты. Ну, в общем, обычные вафли. Такая машина. Вообще, конечно, мне понравилась. Классно. Смотрите. Сложу. Тоже она стоила 199 рублей. Дима вообще хотел другую на пульте радиоуправления. Она такая хлюпенькая. Я думаю, нафиг она нужна. Думаю, у нас большая в детской, из детского мира было несколько. И то они вон все битые стоят. Думаю, а тут он вообще расколотит вмиг. Жень, дай ему попить. А это, смотрите, она железная. Я думаю, она надолго хватит. Тут она такая кнопка. А это кнопка. А, вот в чем прикол. На кнопку, смотрите, нажимаешь. И она все крылья открывает. Так, что-то мне неудобно. А, вот. Ой! Смотрите, класс. Нажимаешь. Немного приподнять надо. В общем... прикольная. Она, во-первых, мне понравилась, что она железная. Такая классная, да? Машина-робот. А та тоже на радиоуправлении тоже была. 199. Я думаю, вот это такая поинтереснее. Таких у нас еще не было. В общем, вот такие покупки. Жень тут еще делает уроки. Не сделал. Да, все много еще? А какие ты сделал? Мне еще повезло, что мне биологию не надо пересказывать, хотя нам завтра, на завтра задавали 2 параграфа. Почему тебе не надо? Потому что мы завтра будем пробные ВПР писать на оценку. А так тебе какие уроки еще осталось? Физику на вопросы. Ну, физику я хорошо понимаю, но я и решила на все понятно. У меня уже там жарится картошка. Поставила в мультиварку на режим жарко. Сейчас добавлю лавровый листочек туда. Лук, может, порежу, посмотрю, сделать с луком, Жень. Жень не хочет, а ну, я вот поеду. В общем, ладно, мы пошли сейчас жарить, ужинать. Мне вот эта машина, по-моему, очень понравилась.